Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я хочу с вами подробно обсудить все-таки, какой же iPhone выбрать в 2019 году. Итак, давайте же мы с вами приступим к тому, что сначала нужно разобраться о топовых начинках, топовых iPhone, разница в моделях, и все-таки какой же выбор предоставить себе и для себя. То есть iPhone XS — это идет усовершенствование от XR, хоть XR вышел чуть позже, нам предоставили. То есть разбираемся. То есть процессор у нас получается Apple A12, все так же Bionic 6-ядерный, ОЗУ тут 4 гигабайта, в XS, в XR 3 гигабайта. То есть флеш-память у нас идет 64 256 512, тут чуть меньше, начиная от 64 128 256. Аккумулятор таков: в XS у нас 2659, в плюсовой версии у нас 3179, в XR у нас 2942, другой модели у нас нет. Камера 12 мегапикселей, а основная фронтальная 7, и там одинаково. Следующая модель — это 8 и 7, опять же от 7 и 8 идет усовершенствование. Вот процессор у нас Apple A11 Bionic, 6-ядерный, 64-битная система. То же самое у нас в семерке, только Apple A10, 4-ядерный, 64 бита, 2,34 ГГц. Вот, оперативная память у нас 8, на восьмерке, точнее 2 ГБ, в плюс версии 3 ГБ. В семерке у нас то же самое, 2 и 3. Флеш-память 64 256, в семерке, конечно же, 32 128 256. Батарея у нас в восьмерке 1751, в плюсовой версии 2689, в семерке у нас 1960 и плюсовой версии 2900. Вот здесь немножко лучше, чем у iPhone 8, уже есть плюс. По камере у нас то же самое, передняя у нас, точнее фронтальная, 12 мегапикселей, а это 7 мегапикселей получается. После того, как вы определились по начинке, то есть, конечно же, все хотели бы на XS или XS Max начинку, но вы смотрите для себя по дизайну и все остальное, как вам это нравится. Дисплей у всех отличный, я к этому даже не придираюсь. Следующее это у нас цена. Цена кусается. Сейчас цена за XS идет, минимальная версия получается, $1000. То есть каждая больше, чем памяти вы хотите, будет накидываться примерно $70-100. В XR то же самое, это минимальное как бы значение 810. iPhone 8 и 7, вот видите такие цены. То есть определяйтесь по начинке, по цене, составляйте соотношение и все остальное. Но хочу вас заверить, еще уведомить и заверить в том, что после презентации Apple, которая будет в марте, вот нам предоставят, возможно, какие-то новые устройства, выйдет либо же в июне, либо же в марте, точно не скажу. После того, как повыходят новые устройства, новый iPhone именно, это будет XS, возможно, или же это будет iPhone 11. Сразу же все цены падают примерно на $70-100. Вот такие вот цены будут выглядеть. Видите сами разницу, более уже комфортная и приятная цена. Вот, вам уже сами как бы решать, определяться, на что вы потратитесь и как бы какое устройство вас больше будет привлекать и добавит вам презентабельности в обществе. Но как бы решайте сами, я вас ни к чему не толкаю, лишь информирую. Выбор делать, конечно же, вам. Но также не забывайте о том, что есть и другие устройства: iPhone 6s, 6se. Это тоже хорошее устройство. Цены, конечно же, меньше, более благоприятные, чем эти. Ну вот, я вам такой небольшой разборчик предоставил. Быстренький, определяйтесь, делайте выбор. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, рассказывайте об этом канале всем вашим друзьям, знакомым. Всем пока! Chasing behind me.